пойдем на толстячков охотиться. Всяким разным оружием. Начнем. Начну вот с этого вот. Тяжелый меч изгнанника. Плюс 10. Такс. Значится. Раз, два, стан. Раз, два, три. Так, сваливай нахер. Хорош, хорош. Ну, давай, ты умри уже, все. Ага, хорошо. В общем, можно, можно. Хорошее оружие против них. Так, ну с этим все понятно. Еще вот это вот тоже неплохая шашечка. Картузский меч. Дурочный. Ну вот вдвоем пошли. Зачем вдвоем-то? Не надо вдвоем. Вдвоем не надо. Так. Стан. Стан. Или не стан. Нифига. Ой, нет, нет. Вот я что хотел. Так надо бахнуть вот эту фигню. На тебе. Блин, что я делаю? Что я все кнопки перепутал опять? Длинная, конечно, он какая-то хрень. Это крит, что ли, был типа того? Даже не знаю. Ясно все.
будем тяжелой артиллерией. Так, тут надо только почистить чуть-чуть. Ты живой. А оборзел, что ли? Чем ты так сильно задамажил? Так, вот. Давай, иди сюда. Парень. А, его мазать нельзя. Блин. Останется двух ударов. А если сильно? Эй! Скитобаза. Жирная скитобаза. Что я не пойму. И этой хренью, блин, я этой хренью никогда не пользовался, вообще говоря. А, вот она как бьет, под низу. А ну-ка. Хрень какая-то, по-моему. А, она бафает, что ли, что-то? Что она делает? А, вот, что она делает. Понятно. Ну, в принципе, весело. Ну, урончик так себе что-то. Она от нее нифига не было. Хотя приземлился такой. Старый волк. Ток надо поставить на всякий случай. Естусу нету нифига. Такс. Так. Черт. Я напрасно так сделал. Собака. Шла собака по шоссе, шашала шушку. Печаль. Нет, не станет. Ой. И не пойдет.
Ладно. Ну вообще тащи, чё? Удар, по сути. Или прыжок. Ладно. В общем, лучше всех работает вот этот меч. Вот так вот. Раз, два, три, четыре и назад. Этот что-то плохо работает, я пробовал. Топор какой-нибудь здесь здоровый. Ты правда. Нифига. Че нам даже этих не станет? Урона нет, нифига. Блин, да. Неопнутым топором я тут вечность можно убивать. Бледные. Как это? Ты что можешь-то? Не катит. Пробую вот так. Стоит. На, блин, ты. Лесоруб херов. Пока размахнешься. Черт, вылез. Давайте по одному. Combat.
как-то неудачно приземлился. Приятель. Апнутый там получился. Улучшить его надо. Хотя, если улучшить, он будет, наверное, не слабо так. Вот это плохо им как-то. Он станет, конечно, да, но... Так, что у него за... А, вон он, что. Всю стамину, короче, скушал одним ударом. Неэффективно. Хотя, конечно, ой. И дамагова. Ой. А вот этот уже не станет. Почему вот пропал? Ой. Ай! На второй уже не хватило. Удар. Ну да, да, да. Так, блин, буду литься, так сейчас сдохну вообще. Почему с этого пропал, алло? Не по чесноку это. Ну-ка, если вот это попробовать. Сдохни пока что. Сейчас меня завалит, блядь. Блин, подхилиться-то нечем. Ну ладно. Пойду к стирку, пожалуй, схожу. Вот этим мечом плюс 9 попробуем. Тяжелый там я чуть-чуть, блин. Ой, хорошо, что надеть.
Пипец, такой дубиной не ваншотит, офигеть. Как так? Ура. В общем, ну, хотя нормально. О, еще один доспех и наруч выпали. Хера льда. Денег, кстати, наруч. Ради. Тень. Наручи руин, наручи халь, вот он. Что там за наруч? Херозные. Непонятки какие-то выпали. Ладно. Пробуем еще с одним поговорить. Где я? А если... Колобок, догонок. Я от бабушки ушел. Я от дедушки ушел. Рады. Я здесь. Ну, спам, спам. Спам его тоже станет, вообще говоря. Спам. Спам обычными ударами. Не успевает. Ай. Пойдет. А плюс 10 он, наверное, его будет двумя комбами убивать. Ты, конечно, не прокачал. Я ими пользоваться не умею, но раз, два, так, подожди, а как двумя-то руками сразу биться? Спецатака как? Ага. Еще раз. Так и сильная. Ага. Вроде бы ясно. Как-то не очень. Чувак, подожди.
спецатаку сбивает своей посадкой. Конечно, их бы еще бы чуть-чуть бы. Так, этот меч закалить, намазать нельзя. Ясно. Упс, пробежал. Упс. Эх, вы толстые. Каждая третья атака станет. Три. Раз, два, три. Вот берешь обычный меч, блядь. Тяжелый. Мажешь его. Как ты дотянулся-то? Ты. Наглядно. Рассечение на них не работает. Нифига. Где у меня лук? А, вот. Офигеть, 1000 урона. Офигеть, 1000 урона. Ни хрена себе. Это как это? Почему так много? А не колющему. Колющему урону уязвимо. Наверное, да. Блин. Пока свой лук обратно в ножны засунет. Нет. Да, почему ты промазал-то? Офигеть. Перекатывался, блядь. Ну как он, почему он промазал? Он же прямо в него целился.
Может, их копьями надо бить? Раз столько урона стрела наносит. Ну-ка. Так, вообще-то я какое-то копье брал, вроде бы. Вот это. Копье рыцарей из города за стеной. У меня, правда, ни одного копья нет улучшенного. Допустим. Пробуем сейчас. Почему столько урона-то? Так, намазать его нельзя вообще, да? Ну ладно, я не скажу. 130. Вроде бы нет. Но я не знаю, вообще-то надо как-то... Не знаю, вижу. Ну, лук мне прям по душе. С таким уроном, конечно. 1000 урона, это красиво. Из лука-то. Оттягивается он, конечно, полдня. Это беда. Луки мазать нельзя. Стрелы, например. Но это неправильно ведь. Раз выстрел. Два выстрела. Офигеть. В натуре вот он, они к стрелам, что ли, уязвимы, я не понимаю. Вот сейчас почему он промазал? Но это же... Это не так. А сейчас почему? Почему сейчас? Почему не добило? Объясните мне. Не любят лучников Dark Souls.
1000 урона, это вообще красиво, конечно. Ладно. Так, у меня луков больше нет здесь. Я хотел другим луком попробовать еще.